Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава» отметил свое 15-летие. Чествование юбиляров и праздничная концертная программа «Парад дирижеров» прошли в Большом зале Ленинского мемориала. В торжественном мероприятии приняли участие советник министра культуры Российской Федерации и президент Ассоциации духовых оркестров «Духовое общество» Валерий Халилов. Совсем недавно Ольга Юрьевна Голодец провела специальное совещание в Москве с участием вице-губернаторов и руководителей региональных отделений, региональных представительств, филиалов ассоциации. И были даны остановки, вышел протокол поручения заместителя председателя правительства Российской Федерации, и чтобы в каждом регионе Российской Федерации было создано представительство или филиал, зависит от возможностей региона, и чтобы некогда, может быть, забытое направление музыкальное, духовое, все, что связано с духовной музыкой, возродилась в нашей стране. Юбиляров поздравил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и вручил сертификат на 100 тысяч рублей для приобретения партитуры. Глава региона пообещал, что в ближайшее время обязательно встретится со всеми музыкантами и обсудит развитие оркестра на дальнейшие 5 лет. Во время концерта оркестром дирижировал не только главный дирижер и худрук «Державы» Валерий Уткин, но и создатель оркестра, почетный гражданин области Николай Булатов. Со своим произведением «Марш» выступил и Валерий Халилов. Всего в этот вечер на сцену в качестве дирижеров вышло 6 музыкантов. В ходе мероприятия Валерий Халилов вручил Валерию Уткину сертификат Ульяновского регионального отделения Ассоциации духовых оркестров Российской Федерации. Накануне концерта состоялось первое собрание дирижеров области, где было объявлено о создании первого в стране регионального отделения Ассоциации духовых оркестров Российской Федерации. А Валерий Уткин в результате голосования был избран его председателем. А здесь духовая музыка, ее трудно не осязать, ее не пощупать, так сказать, нельзя, понимаете? Но насколько она важна для того, чтобы общество наше было, так сказать, здоровым, оптимистичным, оптимизированным и с верой в будущее, вот это надо, то есть это дорогое удовольствие, но оно необходимо нам для того, чтобы поднять настроение, для того, чтобы дети участвовали в этом, еще раз говорю, социальном, коллективном музицировании, тогда они априори уже будут богатыми душой и хорошими нашими гражданами. Также перед началом концерта в мюзик-холле Ленинского мемориала была представлена программа духового оркестра детской школы искусств села Языково. В дальнейшем часть ребят войдут в сводный оркестр страны, а 4 пополнят ряды державы. Ирина Антонова, Павел Макаров, новости «Ульяновская правда».